Всем добрый день! Сегодня я отвечу на часто задаваемый вопрос, с чего начать внедрять систему управления бизнес-процессами. Начинать нужно с пониманием общей структуры всех процессов компании, а далее уже с детальной проработкой конкретных процессов. Почему это важно? Все процессы взаимосвязаны между собой, и не разобравшись, как эти процессы между собой взаимодействуют, мы по итогу не сможем достигнуть должного результата. Это, например, как с построением системы питания. То есть, не проведя диагностику организма, мы не поймем, где болит, и, соответственно, не сможем выстроить такую систему эффективно. Мы, по сути, занимаемся строительством, то есть мы встраиваем отлаженные бизнес-процессы в общую систему управления. Когда мы уже определим цепочку основных бизнес-процессов, свяжем их с оргструктурой, на этом этапе мы уже поймем, с какими бизнес-процессами, критически важными для нас, нам необходимо работать в первую очередь. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, либо задавайте в директ.